Наконец-то в Ставрополь пришло лето, а вместе с ним и купальный сезон. В субботу 4 июня жители и гости краевой столицы посетили масштабное мероприятие на главном городском пруду. Как прошло мероприятие, а самое главное, как изменился Комсомольский пруд в сравнении с прошлым годом, узнаю я, Вика из блокнота. Сейчас будем кататься на катамаранах. Движемся на старт. Пока легко. Дальше, я думаю, будет тяжко. Или нет? Назад, сюда, вперед. Проиграли, мы не смогли выиграть, но главное участие, а не победа. Ноги просто в афиге. Только приехали, вот сейчас будем обновлять сезон. Ребенок вот доволен, там вот купается, все. Дети как бы в восторге. Шикарные, все за всем следят. Прекрасный Комсомольский пруд. Вы знаете, мы сейчас шли, вспоминали свои советские годы и смотрим, народу столько же. Мы вспоминали, как мы лежали раньше там на одеялах, как все было некрасиво, какие были водоросли. А теперь вообще такая красота, как европейский стиль, прекрасно просто. Все предусмотрено, можно спуститься туда на песочек, можно здесь покататься. Удивительно красивый пруд, да, здесь очень много молодежи, я так считаю, что здесь, ну, и очень много молодежи знакомится между собой, здесь, я так понимаю, очень много создается пар, и желаю всем приходить сюда и отдыхать, здесь тепло, жарко, уютно, и все здесь друг другу рады, короче, в общем-то. В прошлом году я проверяла Комсомольский пруд и заметила много мусора, неудобную плитку и обилие воды на пешеходных дорожках. В 2022 году территория стала чище, но вода на тропинке и неудобная плитка по-прежнему не радуют. Неприятным сюрпризом в выходной день стала одна неработающая кабинка уборной. А что больше всего вам нравится в Комсомольском пруду и какие недостатки вы хотели бы исправить здесь, чтобы получить идеальное место для отдыха, пишите в комментариях.